Каждый человек с детства знаком со сказками «Волшебник изумрудного города», «Три поросенка», «Айболит», «Винни-Пух» и все-все-все. Образы любимых героев детской классики создал народный художник России Виктор Александрович Чижиков. Из-под его кисти вышел и Мишка-талисман Олимпийских игр. Чтобы рассказать современному поколению больше о творчестве и жизни художника, в губернском лицее номер 100 открылась выставка работ Виктора Чижикова «Рисуй сердцем». Экспозиция построена в необычном формате. Иллюстрации автора дополнены текстовым блоком. Здесь и фрагменты интервью разных лет, и цитаты из книги Виктора Александровича «Моя история о художниках и о себе». В последнее время, в связи с ситуацией, да, которая происходит в мире, выставка пришла прямо к нам в лицее. Это действительно большое событие для нас. Это приятное событие на нас. Причем какая выставка? Бегая по коридору лицея, ученики волей-неволей обращают внимание на иллюстрации. Мне кажется, вообще в школах, в принципе, на каждом этаже должны быть выставки. Потому что это то пространство, коридор, в котором дети проводят большую часть времени. Выставка картин Виктора Чижикова впервые организована в Ульяновской области. Ранее приобщиться к творчеству народного иллюстратора можно было только в главной детской библиотеке России в Москве. Выставка действительно замечательная, уникальная, светлая, потому что здесь представлены работы человека, как кто-то пошутил, с такой фамилией Чижиков. Ну нельзя писать мрачные и такие недобрые работы, поэтому все работы здесь. Помимо выставки, лицей получил в подарок 200 книг художественной литературы. Выставка организована в рамках реализации программы «Культурный диалог. Встречи в провинции». Александра Никитина, новости Ул-Правда ТВ.